С эфиром мы остановились на методе ГСР. Что же это такое? На самом интересном месте. Ждем Лилю. Привет. Инстаграм. Ну, прям вообще, да. Огонь. На методе ГСР, да, ты сказала? Да, да. Ты не слышала, да, про такой метод? Нет. Такой, ну, может быть, он как-то по-другому еще называется, я, может быть, слышала, но... Глубинная система развития еще, ну вот, если расшифровать. Вот. По авторскому методу Дмитрия Устинова. Вот, это типа расстановок, но они называются ГСР-сессии. Дмитрий Устинов, он случайно не ораторское искусство преподает? Нет, он не ораторское искусство. Я просто помню, я Устинова была на ораторском искусстве, думаю, может, это от него что-то? Ну, вряд ли. Может, он, конечно, что-то такое вел, но я просто не в курсе про это. Ну, в общем, вот, он такую методику разработал, как раз работы с родом, то есть вот эти родовые программы, которые передаются вот там вообще непонятно от какого предка приезжают к нам, да, в нашу вот эту действительность реальности, и мы почему-то их проживаем. Вот, он нашел метод, разработал, который помогает вот это вот, вот эти нарушения, которые идут от предков к нам вот через поколение, достать из подсознания и трансформировать в здоровое течение, здоровый какой-то сценарий. Вот. И я также использую именно вот этот метод часто для проработки, потому что сам блок, да, вот мы, например, в реактивной практике можем погрузиться глубоко очень, ну, то есть прям в какую-то даже травматику. И бывает очень сложно человеку из нее выйти, да, и как-то вот в психике переварить это событие, потому что, ну, это может быть очень сильно больно, сложно, там, страшно и так далее. И вот при помощи этого метода ГСР-сессии мы...